Сегодня я купил плату расширения, адаптер, плата-адаптер, расширение Arduino Nano. Сейчас будем смотреть, что прислали. Закрыто герметично. Открываем. Стоит 70 гривен, это где-то доллар 90, ну где-то 2 доллара. Так, читаем, что написано. Нанотерминал, адаптер V1.0. И вот всякие тут эти. Да вы что, это капитально. Так все сложно. Эх. Ну что-то будем делать, самоделки какие-нибудь. Кто знает, пишите в комментариях, что можно с ней сделать. Кроме как выкинуть.